Это пурга 10 века нашей эры. Вот это. А на нем обелиск в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Он на Эльбрус, он как бы в отдалении от других гор Большого Кавказа. Видеть это вообще большая большая. В состав русского государства, он это выслушал, разомасил, разорвал. Удобные вопросы ему зададут, он что говорит? Это место, оно называется Эльхотовые ворота. В ноябре 42 года здесь шли страшные бои. Это представители тех родов войск, которые принимали участие вот в этой самой битве. Поделишь порой друзей на залегших в Ташкенте, да? Сюда приходят ирландские звезды. Георгию Победоносцу. Осетины считают его своим национальным святым. Аккуратно. Не дам. Осетины – это самое бедное кавказское племя. Они просто, я говорю, выбивались из сил для того, чтобы хоть как-то обеспечить свою будущность, свою и своих детей. Тоннели и вообще способствовало тому, чтобы Осетия как можно скорее превращалась в нечто современное. Вы же видите, какие крутые склоны вот здесь. Как на них равнина вообще была совсем мало, мизер буквально. На вес золота эта равнина. И для того, чтобы что-то вырастить, они вот такой вот склон, скажем, выгораживали какую-то часть его как горной стеночкой. Потом на себе носили туда землю. У них тяглого скота было настолько мало, что пара быков это была на 2-3 семьи. Богатая здесь только природа. Вот эта вот вершина Кальнер, это в честь австрийского альпиниста, который первым ее покорил.
нравится, да, кислорода-то не хватает. Вот это и есть святилище, да? И если удачно положить свою жертву и не заденет окошечко нигде, то будет хорошая, счастливая жизнь, и муж попадется хороший, все будет отлично. И только если ты что-то Богу принес, туда нельзя заходить. Сюда уже нельзя? Уже на территории. Да. Ой. То вот тогда можно. Посмотрите, вот туда далеко, под навесом кресло. Как смотрится, как человек ходит руками там. Вот. Это кресло, в котором имеет право сидеть только тот мужчина, который принес жертву Богу. А женщина даже не должна заходить. Мужчины идут к мужскому святилищу, вход женщинам туда на территорию запрещен, идут босиком, несут жертвы. Сейчас это разная еда, типа пирогов. Пап, ну только страховать, с ним не договоришься. Угостили вы чем-нибудь интересным? Ну, конечно. То яблочек дал, мы хлебом. Ты съел все. Молодец. И ничего не оставил. А. Смотри, как он ласкает. Да классно. У нас в Сочи полно Thank you.